Добрый вечер зрителям, с вами Dice Master, и мы продолжаем проходить XCOM Апокалипсис вместе с вами, уничтожать мерзких ксеносов и возвращать назад Землю. Так вот, сейчас я включу картинку, включу обратно игру. Так, давай, игра, проснись. О! Игра просыпается. Так. Теперь переключаем картинку. Гвин говорит: «Доброе утро, господин». «Какое доброе утро? О чем ты? Ох, знал бы ты, какое оно недоброе, это утро». Я тоже, кстати, только что проснулся. Сегодня очень-очень... рано пришлось встать, и поэтому я решил перед стримом немножко прилечь, отдохнуть. Сам не заметил, как уснул. И вот у меня будет звонок. Я понимаю, что проснуться просто нереально. Спать хочется жутко, а тут еще стримить нужно. Времени совсем нет, еще надо ужин было приготовить, и все остальное. Дел полно. Так что давайте соберемся. Мне тоже нужно как-то прийти в себя, проснуться, а то я сейчас буду сонным, злым и мочить вас вместе с пришельцами. Отправлю кого-нибудь в рукопашную против Поппера. Поппер, шмоппер, какая разница, пошел в рукопашную мочить пришельца. Так вот, привет, мистер Хамстер, Волколак, Калип, Деймос, Ру, Йори, Амиара, Имозиум, Хамзулен. Всех вас рад видеть, приветствую даже тех, что... кто смотрит сейчас это все в записи. И что там у нас вообще с базой, с нашей? На базе у нас, насколько я помню, большая нехватка перехватчиков, потому что пришельцы, которые прут в последнее время, они злые-призлые и выносят, в общем, вот наших овербайки на раз. А на два они, видимо, захватят нашу организацию, а на три вообще весь город поработят. Для того, чтобы эту проблему исправить, давайте воспользуемся тем, что у нас в кои-то веки появились хоть какие-то кредиты, есть денежка наконец-то. И можно закупить что-нибудь помощнее, что-нибудь такое серьезное, солидное, что будет двигаться не так быстро, как овербайк, зато будет толстым и с большими пушками. Для этого что нам нужно сделать? Вот... возьмем, купим ястреба. Ястреб стоит 98 960. Много на самом деле, достаточно много. Ну что поделаешь, цены большие, но как-то надо сражаться, защищаться. Поэтому закупим его. Дальше что еще? Нам нужно, во-первых, вот этот вот особый двигатель, насколько я понимаю. На нем элитный поставлен, а нужно особый. Одна штука. Сколько же денег это все стоит? Потом пушки, которые нам понадобятся для этого. Естественно, мы не лазер-болтер будем использовать. Ха! Кстати говоря, у нас лазер-болтер вот этот есть, а вот этого нету почему-то. Он гораздо круче, и, по-моему, он влезает в те же самые слоты. А мне кажется, что мы что-то делаем не так. Точность выше, повреждение выше. Вес, правда, тоже выше, но и дальнобойность он сразу в полтора раза. В первой и второй части XCOM бюджет обычно исчисляется миллионами, здесь же жалкие 100 тысяч. Это бюро измельчало ли у тебя финансовый кризис? Не, Гвиня. Это, видимо, была девальвация, и доллар теперь обесценился где-то, наверное, в 1000 раз. Как-то так. В конце концов, 2084, что ли, год там. Ладно, лазеры продаем. Закупаем несколько вот этих лазеров. Штук 6, наверное. Плазменное орудие, плазменная пушка. У нас есть плазменное орудие, но нету плазменных пушек почему-то. Плазменные пушки гораздо более выгодны. Орудие надо снять. Так, ладно. Прежде чем закупаться вот этими лазер-болтерами, сейчас я быстренько проинспектирую все свои крафты. Все, что у нас есть. Система управления средним вооружением. Вот это будет тяжелым вооружением хотя бы одну прикупить. Но денег нету. Амиара еще спрашивает, как мне третий ребилд. Ой, лучше не спрашивай. Такое говно вообще. Как будто бы тебе только что оно плюнуло в душу.
Калеб говорит, я знаю, ты любишь все сначала планировать, разрабатывать план действий, стратегию, поэтому в Камнесупе у тебя сразу заметно, кто любимчик, а кто просто так. Ну да, ты прав, конечно. Поэтому я сейчас планирую, что я буду делать с нашим флотом. Где наш флот? Вот Валькирия, на ней установлены 7000-ные пушки, это хорошо. А на этом какой у них размер? У них, по-моему, 1/3. То есть сюда не влезет пушки более крупные. А вот эти вот влезут. Во, заметьте, плазменные орудия можно проапгрейдить. Сколько у нас их? Ну-ка. Раз, два, кружева и все. Нету больше. Фигово. Привет, Дарк Макс. В прошлый раз был мини-бушприт, когда ты вместо меня взял... Гробовщика, он умер сразу. Это же волос. Ну вот, видишь, тебе повезло, вместо себя кто-то умирает. А ты живой остаешься. Что пропустил? Пока что ничего, мы только начали. Я только что начал просыпаться и думать вообще, что делать. Два плазменных орудия вот этих нафиг убираем. Сейчас мы будем брать орудия другие, более крупные сюда, потому что они, во-первых, дамаг больше наносят. А во-вторых, что сюда нужно нам? Ну, наверное, такие ракеты пророка вообще будут очень в тему. Вот это вообще выкинуть отсюда надо. А сюда... Ну, сюда у нас сколько там размер-то? 2/3, по-моему, да? Сюда тоже ракетница влезет вполне. Система наведения где-нибудь, дефлект матрицы. Кстати говоря, к нам прибывает ястреб первый. А ну-ка, отзовитесь, кто хочет стать пилотом этого ястреба. Напишите в чате, что я хочу стать пилотом этой машины. Жду предложения, и вы на борт вот этого замечательного корабля попадете. Привет, Маткор. Нет, ты не опоздал, мы только что 7 минут начали. Фужитив, привет тебе тоже. Фужитив говорит, я пилот. Слушай, а у нас Фужитив... Не был ли уже на стриме? Что-то я уже путаю. Помню, что этот в чате был часто. Ну ладно, пусть будет так. Фу, где же буковка? Где буква Ж? Фужитив. Фужитив едет к нам. Волкалаку, вы поздно. Привет, Эндрю. Привет, Данк. Не было тебя. Ну вот, теперь будешь с нами. Приветствую тебя. Добро пожаловать на борт Ястреба-1. Так. Значит, нам нужно вот таких ракетниц, еще две пророк. Будем ракетницами его забивать. С лазерками останется. Ну нафиг. Здесь две плазмы. Воткнем. Нормальные, человеческие. Иллириум, к сожалению, больше мы не купим. Ой. Какие цены, просто конские, вы заметили, да? Две плазмопушки. Ох, плазмультиостановка есть. Вот эти артефакты надо срочно изучить, прям вообще быстрее некуда. Дженитор, мультизаряд. Справедливость. Где там были пророки? Ну, два пророка надо. И под пророка ракет закупай. Ой-ой. 40 штук. На 19 тысяч ходим в минус. После этой покупки. Дальше. Систему управления вооружением нам, наверное, не продадут. Да, к сожалению, у нас отношения плохие, и мы не можем ее купить. Систему отклонения. Это тоже киберверб. Тоже киберверб. Вот тут печаль-то какая, а? Сейчас бы взять вот одну такую купить. Одну такую. Фиг вам. Привет, Мимару. Когда будет дом? Будет обязательно, когда сам не знаю, понятия не имею, поэтому сказать себе ничего не могу. Доброго вечера тебе, Кобальт, тоже. О, сапожник просит показать отряд. Ничего, обязательно покажу. Покажу, когда вы будете умирать. Вы увидите свои ники в логе. Такой-то солдат умер. Все, уже ничего не поделаешь. Когда новая броня появляется? Ох, не скоро. Ой, до брони еще ждать и ждать. Где у нас летит ястреб? Прибывает. Прибыл груз. Супердинамикс. Марсиак. Марсиак. Что, все прибыли? Вроде все прибыли. Значит, теперь заново все-таки экипируем.
Оп. Оп. Будет у нас такой ракетный крейсер Фуджитив. Battlecruiser Operational. Ставим хороший движок, который, заметьте, по мощности это 32 тысячи, а это 16, в два раза выше мощность. То есть будешь летать просто там с ветерком. Что еще мы можем поставить? Мы можем поставить, во-первых, вот такие системы. Только две, к сожалению. Больше нету щиты. Надо их изучать, безусловно. А чтобы изучить щиты, нам нужно в первую очередь пушки изучить. То есть они после пушек идут там по приоритету. Такие вот плазменные орудия. Вот к нём сюда. Ну и вроде как более-менее мы снарядили свою флотилию. Флотилия у нас маленькая на самом деле. Не очень большая. Нужно продать плазменное орудие, но... Почему оно у нас не продано, между прочим? Эй. Ракетку Дженитор. Ну вот, и все. В атаку обязательно будет атака. Я чувствую, очень скоро к нам прилетят инопланетяне и начнут рассказывать, как у нас демократии не хватает. Ну, серьезно, не хватает вообще. Артефакт, артефакт. По нулю. Никому не нужны неисследованные артефакты. Никому не нужны бесполезные вещи. Привет, Зибав. Сошел на форум и сказал, что жизнь теперь никогда не будет прежней. А что там такого увидел? Просто мы все давно уже изменились, и нас ничем не удивишь. 24 ракеты Пророк. То есть не все прибыли получается или что? Что-то маловато. А, 24 это на перезарядку у нас осталось. Элитный движок продаем. Ну вот. Теперь кое-как можно жить. Переходим к нашим солдатам. Адеймос Ру. Сапожник. Хамзулен. Хамстер. Эмос Хамстер или МС Хамстер. Не помню, как его точно называли. Басфрик. Касарх. Дев. Йоря. Йоря наконец-то почти выздоровела после той страшной, чудовищной миссии, которая проходила в храме культа Сириуса. Лиц. Ее чуть не принесли в жертву просто. Вайп. Мендоса. Че там у Вайпа? У Вайпа какая-то неправильная броня вообще. Вы чувствуете? Снимем. Что? Летать? Летать это, конечно, круто. Но, к сожалению, все-таки это опасно. Либо нам нужно всех вот с такими пушками, а здесь вот броню. Либо нам нужно накупить нормальный броним. Что летать, не знаю. Это для снайперов хорошо. С другой стороны, кто не снайпер с такими классными пушками? Раз, два, три, четыре, пять. Пять у нас пока что таких. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, десятерых одевать в такие костюмы, согласитесь, это странно было бы. Нам нужен два комплекта брони просто. Привет, Линкс Джентим. Мистер Хамстер. А, ну, отлично. Не МС, а мисс женщин, говорит мисс Хамстер. Ну, отлично. Это вдвойне круто. Значит, что у нас там с броней? Угу. Доспехи на торс продаем. Ну, их нафиг. Хотя я бы оставил бы, почему бы и нет. В коллекции будет неплохо держать их. А доспехи Мегапола, где они там? Торс, 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 вот торс. Две штучки. Я бы, конечно, три закупил. Что кто его знает, кто из нас помрет, кого мы наймем. Я, наверное, комплект еще один куплю. Правая, левая рука, шлем. И все. Вроде так вот. Сделай камикадзе без брони, устроим забег леммингов. Наблдэмэш хочет в отряд, я уверен, он чувствует, он там уже коварно потирает ручонки, что сейчас вот все умрут без брони, его возьмут. Здесь еще что такое? Еще что такое здесь летает? Ксмалайнер Транслара. Что ты завис над нами, друг? Может тебя уничтожить? Ульсириус разъезжает еще кругом. Проследим за ним. Прибыл груз, а раз прибыл груз, значит, можно одеваться.
Всем, кто был раздет, срочно одеться. И кто у нас был раздет? Не, серьезно, кто-то определенно прячется. О, вайп. Держи. А вайп, между прочим, у нас ветеран. Какой ветеран? А, метка 91. Просто молодца. С самого начала служит с нами. 3 медальки, 42 убийства на его счету. Крут. Долго ли еще осталось до конца? Да, долго. Наверное, раз где-то в 2 дольше, чем у нас уже было. Сейвимся. Теперь проверяем наши исследования, как идут. Следующий этап, так сказать. Токсин бы производится, пусть дальше производится. Надо бы еще токсиружие произвести бы, знаете. Я бы сейчас взял бы производство токсина, вот это поставил на то, чтобы закончилось оно в ближайшее время. Артефакт исследует. Какой артефакт? Это персональные щиты. Это прекрасно. Персональные щиты нам нужны. В квантовой физике здесь исследовал второй вот этот артефакт. Он тоже очень классный, он на продажу пойдет. Но здесь у нас 10 бездельников, как обычно, сидят и проедают бюджет. А сами режутся то там в пасьянс какой-нибудь на компьютере, то просто в курилке анекдоты травят про пришельцев. Как они их разделали и вскрывали, а эти как смотрели на них испуганными глазами. Зацени. Что значит зацени? Сейчас возьму и заценю. Ну, это баян. Это старейший, дичайший баян. В апокалипсисе ты уже убил больше оперативников, чем в Terror from the Deep. Так апокалипсис сложнее. Тут суперхьюман, а там, между прочим, помните, в Terror from the Deep был не суперхьюман? Ну, ладно, все хорошо. Ждем, что у нас будет. Еще груз прибыл. Какой еще груз прибыл? Какой бы груз ни прибыл, токсин Б закончен. Теперь производим токсиружье. Я бы, конечно, вот это производил бы, оно денег дает хотя бы. Но придется токсиружье производить. Еще с десятку, наверное, произведем. Поехали. Обнаружен незаконный корабль. Он обнаружен где-то рядом. Я чувствую, что это незаконный корабль. Он так и хочет взять и ворваться на нашу базу. Видите, что происходит? Они стреляют по нашему зданию. Наше здание цело. Оно, можно сказать, еле держится на соплях. Да сбейте вы этот корабль, косые придурки из полиции. Кто вас учил? Есть, они убивают его. Вообще, у меня ощущение, что это не единственный корабль. Да, частная машина еще уничтожена. Ох, жара началась. Собираюсь ли я переиграть на суперхьюмане? Да, обязательно у нас будет суперхьюман, возможно, даже с каким-то челленджем. Я планировал с ночными миссиями, но у меня есть пока что некоторые сомнения насчет ночных миссий в Terror from the Deep. Потому что это по большей части выльется в банальную, скучную рутину, когда нужно тупо кидать все время осветителя. Ладно. Стоп. Правительство Рейди Дезерон? Бывает. Что у нас есть какие-то какие-то здесь враждебные организации в воздухе летающих кораблей? Нет. Теперь давайте наши корабли распределим. Потому что пришельцы прилетят в любой момент вообще. Куда мы полетим? Видите, где находятся врата? Полетим сюда куда-то. Значит, Валькирию отправляем сюда. Вот это отправляем сюда. Тебя, друг мой, сюда. Тебя сюда же. Этот вот сюда. А заметьте, я отправляю ровно столько машин в каждое здание, сколько здесь дырок, вот этих вот черненьких. Черненькие дырки — это как раз те места, из которых вылетать можно. Ладно. Остальное сюда. Всем ставим какой режим? Плевать на город называется. Стреляй с высока. Так, агрессия. Нет, норма.
стреляем сверху. Как-то так. Челлендж нон-стоп играть в исключительно в реал-тайме, да вы издеваетесь. Что я пропустил еще? Планирую ли я прохождение Jagged Aliens 2? Да, планирую, обязательно будет, но не знаю когда. Как дела у XCOM? Привет, кстати, Зорг. Дела замечательно. Ближе к концу будет снесено... А, не будет снесено больше половины города. Да, я тоже надеюсь, что не будет снесено больше половины города. Что, это будет очень печально. Не используем Си. Не используем Си, да. Действительно, это круто было бы поиграть. Ну, посмотрим, как получится. Играл я в Террарию, смотрел стримы и немножко играл. Мнение по поводу игры Minecraft 2D. Вот такое вот мнение. В принципе, на самом деле, даже лучше, чем Minecraft, потому что там контента больше интересного. Но играть я не буду. На стрим, по крайней мере, в это точно. Поехали, давайте. Летим. Какие замечательные за ними остаются линии вот эти вот синие. Да, здравствуют графические глюки. Какие мне нравятся из новых UFO. Никакие, ровным счетом. Даже UFO, которое от Фераксиса, оно... Ну, это не совсем UFO, но оно, скажем так... Лучше всех остальных подделок, которые вышли после оригинальных UFO частей первых трех. Но не дотягивает, конечно. Так, ладно, сейвимся. И ждем. Ждем нападения. Я знаю, что надо сбивать. Я знаю, что нужно сбивать вот это НЛО. Этого НЛО у нас еще нету. Его мы не захватили. И как удачно, вы посмотрите, их всего три. Осталось только последить за тем, чтобы оно не высадило где-нибудь слишком быстро. Как только я сказал всего три, появилось еще. Окей. Значит, появится еще. Слишком близко. Ближе, чем мне нравится. Было бы оно где-нибудь вот там, вот вдалеке, это было бы самое то. Самый смак. Я надеюсь, наши уже поднимаются. Да, вот они вылетают потихонечку. Привет, СБ3D. Давно ли я играю? Играть я начал 23 минуты, когда дом... А дом в некотором будущем. Надеюсь, в ближнем. Я не могу пока точно сказать это, к сожалению. Как же Fox Resistors? Неплохо, но очень кустарно, серьезно. Вот. Ой, сколько их. А знаете, change of plans. Нам бы живыми отсюда уйти. А сейчас это будет жара просто. Майквар сильно поврежден. Хорошо, хоть жив. Спасибо, что живой. Так, Майквар, ты где? Майквар, покажись. Срочно должен сесть, например, вот в этом здании. Нет, знаете, я думаю, даже не в этом. Можно садиться прямо тут. Игра троллит дайсы. 3 НЛО вылетело. 4, 5, 6 НЛО, не хотите 6 их? Еще культ Сириуса здесь летает, видимо, смотрят. У них прогулочный рейс, они на космоларнере такие. А мы теперь пролетаем мимо трех инопланетных кораблей наших спонсоров из другого измерения. Какие у них замечательные, интересные, высокотехнологичные тарелки. Живи, Майквар. Уже незначительные повреждения. Фуджитив. Себя тоже уже незначительно повредили. О, да.
Сбиваем только это НЛО и садимся после этого. Как у нас там? Фуджитив уже чувствует себя фиговым. Есть. Где там высадка идет? Ну-ка. Это летит пока что еще. Это тоже у нас здесь. Значит, всем срочно сесть, где бы вы ни находились. В космопорт садишься? Ты садишься сюда. На все остальное забиваем тупо. Упс, раз, два, три, четыре, пять. А, не, нормально, здесь как раз есть место для посадки. Фуджитив говорит, эй, я еще так молод. Да, ты молод, поэтому мы тебя будем беречь. Молодых надо беречь. А за остальными инопланетянами мы смотрим. Они сейчас высаживать будут из вот этих двух тарелок. Самое главное, вот эту подбили. У нас ее не хватало для коллекции. Теперь будем захватывать. О, высадка идет сюда, видите? Санктуарий, квартира люкс. Опять они в квартиры люкс пытаются заселиться. НЛО уничтожает полицию. Печаль. Но мои соболезнования тем полицейским, которые были на борту этой машины. Будем помнить вас. А я тем временем послежу за тем, что... То с одной стороны делает это ложка, а с другой стороны, как садятся наши, хочется посмотреть. Ну, наши, в общем-то, в принципе, уже неплохо себя чувствуют, почти сели все. Где у нас, например, вот этот корабль? Ну, вот он там где-то за стенкой садится тоже. Можно, конечно, было попробовать сбить его, вот этот корабль, но они сейчас уходить будут, потому что высадка закончена. Им больше делать нечего. То есть вот этот, я их уже путаю. Кстати говоря, как там отношения с другими корпорациями? 27 тысяч хотят, а эти 37. Ну, мы сбили только что корабль инопланетный, и я заметил, что они очень часто расстраиваются из-за того, что мы сбиваем инопланетный корабль. Прощай, полиция. Вот в это здание. Сулмайн, на склады. Прекрасно. Значит, склады Сулмайна и вот это место. Защищать будем, конечно же, сначала на ложку, а потом вот эти вот квартиры там всякие, прочие места злачные. Шторм Далель говорит, я тут видел наземные установки ПВО на гусеничном ходу, почему ты их не делаешь и по городу не раскидываешь? Мог бы окружить портал и проще было бы. Так они неповоротливые, их очень легко сбить, во-первых, а во-вторых, они сами по себе, если находятся где-то... Но их дом закрывает, например, какой-то. Они не могут выстрелить по НЛОшке. Сложно очень. Они есть, но толку от них мало на самом деле, потому что НЛОшки маневрены, они очень быстро улетают в какое-то другое место. А если только по дорогам, и медленно передвигаться могут. Даркошка говорит, на самом деле это инопланетяне беженцы. Жить негде, виз не дают. А хорошо, жить не запретишь. Вот и высаживаются в люкс-квартиры. Ой, про беженцев, иммигрантов. Сейчас ты вспомнила, я такую игру нашел. Papers, please, называется. Бумаги, пожалуйста. Симулятор бюрократа. Симулятор человека, который занимается оформлением пропусков и виз для въезжающих в страну мигрантов. Такая шикарная штука. Это такая, по сути, инди-игра, сделанная одним человеком, бесплатная. Я думаю, как-нибудь постримлю ее просто чисто по фану. Штука крышесносная абсолютно. Танков очень высокая дальность и скорострельность, говорит ВВ. Поначалу они все сбивают на ура. Ну... Не пробовал, тем более, постоянно вот сколько не читал каких-то гайдов, не смотрел прохождения, никто их не использует, реально. А вот Маткор подтверждает, я ему ссылку кидал, говорит, она реально шикарна. Здравствуй, Джин. Гин, точнее. Ну все, пришельцы уже, что сделали? Пришельцы заселились, мы возвращаемся. Сейчас будем Валькирию отправлять. А, знаете, даже не Валькирию. Наверное, надо взять вот этот вот Фуджитива и туда загрузить часть отряда. Сколько в него влезет, интересно.
Жив ли ты? Все живы пока что. Ладно. Уходят пришельцы. Уничтожаю попутно полицию. Все, больше пришельцев нету, зато есть кто. Строительный корабль культа Сириуса и космолайнер культа Сириуса. Наверное, выключим пушки, да, пофиг. Где находятся эти космолайнеры и строительные корабли? Еще если они попадутся у нас на пути, значит, они сами виноваты. Возвращаем всех на базу. Поехали. Я считаю, что это очень удачная операция. Мы сбили нужную ловушку, не потеряли вообще никого абсолютно. Заметили, куда были высадки осуществлены. Все просто круто. Так вот каждый раз бы. Так, прибыли у нас? Прибыл, да. У нас на месте Пикард. Давайте в него загружать. Мясцо. Деймос Ру. Сапожник. Миссис Хамстер. Эвил Энви, Дарк Макс, Джин Фикс, Джин Гин, точнее. Ти Джей Флэт, Малок. Это сколько у нас всего? Это 9. К сожалению, не все вылечились. Придется брать, например, Касарха. Ресептора. И Йорио. Йори не долечилась, но она почти что полностью выздоровела. Мы будем ее беречь обязательно. У нее не очень много здоровья, но всего-то 40. Ей давайте дадим пушку вот такую вот. Кстати, у нас еще две пушки такие есть. Надо их выдать обязательно людям с хорошей точностью. Вот, например. Сапожник. Где-то был вайп. Вайпа, да, точность очень хороша. Выдадим ему тоже такую пушку. Гин, да, ты пойдешь воевать, приготовься. Надрать задницы пришельцам. Ну, если, конечно, у них там есть задница, кто их знает, анатомия у них, о-хо-хо, та еще. Проверь доспехи у всех, обязательно проверю, конечно. Вибромечи, давай пусть всех пилят. А кто хочет вибромеч, расскажите, я обязательно выдам, без проблем вообще. Напишите, кто хочет вибромеч, и у вас он появится. Сапожник, сколько точности? 73, нормально, подойдет. Все. Сапожник, да, у тебя неплохо точность качнулась, сколько ты уже с нами. Ты почти, собственно, всю игру с дня 3 или 4 поступил. Слушай, две медальки, качаешься во всем. Веритас прочит, вибромечи, Веритас. Что у нас есть Веритас? Я даже не помню, кто у нас есть, кто нет. Нету такого, какой еще Веритас? О чем ты вообще? Кто такой? Паспорт предъявите. Без документов на борт не пускаем. Так, Гину. Раз. Хамзулен. Хамзулен, конечно же. Сейчас посмотрим, если у тебя его нет. Он, по-моему, был. Я помню, ты просил его уже раньше. Да, есть у тебя вибромеч. Но мы сейчас в реал-тайме не будем использовать против пришельцев вибромечи. Точнее говоря, маловероятно, что будем использовать. Веритас есть всегда. Как-то так, да, давайте верить в то, что верит, это всегда с нами. У нас, кстати, будет новый найм, и там новый у нас. Свежие люди отправятся в бой. Отправляемся к точке на карте. Это точка на карте. Это вот летающая тарелка, которая разбилась. Меч больше похож на Вантус? Не знаю, он на что только не похож, но он похож на все что угодно, кроме меча. Такое у меня впечатление, правда, давайте сохранимся. То, что всякое бывает, вдруг вылет какой-то там или еще что-то. Я такую удачную воздушную операцию заново должен буду перепроходить. Помните, на прошлом стриме, по-моему, нам пришлось перепроходить какую-то миссию, после которой у нас кто-то умер, даже двое. А до этого она была, можно сказать, не идеально хоть проведена, но без потерь. Стреляя с двух рук, да, можно. Это круче, чем с одной, это когда вы в реал-тайме стреляете. Двумя вибромечами одновременно. Ну, тоже должно повышать скорость атаки вибромечами. Так. Сюда отправляем тех, кто у нас с таксиганами.
И с токсиганами у нас всего-то трое. Потому что я забыл с токсиганами взять всех с остальных. Ой, это будет провал, господа. Fail incoming. Да. Токсиган надо было выдавать тем, кто летит, а не тем, кто остается в лазарете. Представляете, лежат сейчас такие счастливые люди с токсиганами в обнимку, видят сны там. Просто как их морфином накачали. Ну что ж, как есть, по щитам из власатых пушек. Ой, будет фейл. Огромная тарелка, на самом деле, просто огромная. Ставим агрессию, бег, стрельбу поточнее. Кто еще у нас? Еще один отряд. Выдал больным. Да, Dark Max, это вот в том, собственно, и все тролло, что я больным выдал. Добрый вечер, Agent Goblin. Как будем заходить? Я вот не помню, где здесь ход у этой тарелки, реально не помню. Совершенно ничего не помню. Что-то с памятью моей. Где у нас здесь оперативники? Но я думаю, где-то здесь и здесь по бокам должно быть. Сейчас проверим эту теорию. Два, три. Один, четыре. Сначала больным оружие выдаешь, а потом удивляешься, почему психушка сгорела. Смешно, смешно. Смотрим внимательно, здесь хода нету. Значит, заходим с двух сторон. Но с двух сторон, наверное, не стоит заходить. Значит, вот этот отряд здесь встает. Нет, наоборот. Вот этот отряд сюда. Вот эти два отряда тоже сюда. В обход бегут. Давайте их возьмем за шкирку вот так вот и отправим сюда. Сейчас будем перебегать вот этот вот проход, чтобы встать сразу с двух сторон поверх. Здесь есть спуск такой небольшой. И из него будут выбегать пришельцы. Нам желательно встать по обе стороны от спуска. Я слышу эти звуки, это скелетоиды. Скелетоиды нам не простят. Слышите, да? А, нет, это не скелетоиды. Это пожарище. И то хорошо. Если бы были уже скелетоиды, было бы страшно. Давайте, давайте, давайте. Ближе, 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 господа. Ногами шевелим. Шевелим, шевелим, шевелим. Сейчас начнем перебегать. Во время нашего перебегания... Что за звуки? Что за звуки? Вы просто меня пугаете. Прямо в то самое время, когда мы будем перебегать, здесь сейчас появятся пришельцы. Что-то там бахает. Ну как вы бежите, идиоты? Конченые. Ноу. А на самом-то деле, посмотрите, а вход-то реально здесь или не здесь? Может быть, и не здесь? Но он точно не здесь. Это я могу гарантировать на все 100%. Добрый вечер, Кри, у тебя тоже. Есть какие-нибудь карты этих тарелок? Давайте посмотрим планировочку. В тылы меня, в тылы. Ты знаешь, неплохо бы, да. Кто у нас? Сапожник. Сапожника не хочется сюда пускать. Это явно не вход. Очень не похоже. Вход с другой стороны. Бегем, 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 бегем. Давайте. Так, кто у нас тут бежит? Это четвертый отряд, это первый. Первый уже поднялся.
Все ребята тоже бегут. Давайте сюда. И куда-то, знаете, сюда. Я сказал сюда. Все. Сверху слева вход. Сверху слева. Здесь, что ли? Я убегаю со самой дальней стороне. Что я творю вообще? Что я творю? Никто не знает на самом деле. Это не вход, но учитывая, что я вижу там подозрительные шарики, по аналогии с человеком, это скорее выход, говорит Мудкор. Ах ты ж лыгнишка. Хотя Фрейду понравилось бы определенно. С замирающим дыханием. Следим за тем, как несутся наши солдаты в пекло, в бойню. Если нет входа, используй ракетницу. Что-то как-то слишком сурово, по-моему, нет? Вам так не кажется? Сейчас пробежим, а прямо на вечеринку. Они там празднуют уже успешное приземление. О чем? Почему бы пришельцев не было бы праздника успешного приземления? Успешной высадки на территории противника. Да, походу здесь вход. А, здесь два входа. Да, в этой тарелке два входа. Один вот здесь вот, и один здесь вот. Довольно забавно. Как-то надо встать здесь. Даже не знаю как. Ставим сюда. Сейчас они начнут с какими-то ракетницами на нас убегать. Всякое бывает. Самая большая проблема — это щиты. Fuck you, alien scum! Так. Во-первых, присядочку давайте им включим. Этим ребятам нужно обязательно перевалить через верх. Как-то так, наверное. Как бы обойти здесь, а? Вот проблема в том, что нельзя здесь перебежать. Возьмем того, кто у нас сейчас имеет свободные руки. Возьмем в руки гранату. Активируем ее. Что не так? Что какая проблема у этого андроида? Слушайте, у этого андроида определенно есть проблема. Расскажите рецептору вообще, что в чем дело? Почему вы не можете кинуть гранату? Исполните приказ. Это лол. Это просто самый настоящий лол. Жесть какая! У него над головой тарелка КГБ. Слушайте, а точно, есть тарелка, заметно. Придется платную кидать. Что поделаешь? Зря. Побежал, все. Все. Вернулся. Так, нормально, этих разворачиваем. Там выше тарелки этаж. Да, я вижу уже все. Разобрался, в чем дело.
этот отряд идет вперед, будет приманкой. Отряд сюда. Сюда. Как-то не густо дыма, вы знаете ли. Так, не толпиться, не толкаться. Сейчас поставлю на паузу, но через секунду вернусь. Затишье перед бойней. Ой, бойня будет просто адово. Бойня будет злая. Злая сеча ждет нас. Кто у нас тут в первых рядах? Джин. Джин FX. Дарк Макс. Ребята, как там вообще? У некоторых очень хорошая стата. Не хотелось бы вас сливать, скажем так. Поэтому не стойте, отвернувшись, не стойте. Почему тарелка как будто бы сделана из камня, но сделана из такого живого материала. Так, значит, всем на присядочку давайте тоже включим, кроме первого отряда, потому что первый отряд у нас присел, а остальные нет еще. И первый отряд, раз такие дела, срочно сюда. Так, вам не тратить патроны этому отряду. Бежать сюда. Этот встает здесь. Этот отряд встает. Да что такое? Куда-то сюда там он бежал, ладно, плевать. Этот отряд встает здесь. Не сливай нас, просит Дарк Макс. Ничего поделать не могу, надо сливать вас срочно. Не стреляем, пацаны. Четвертый отряд. Четвертый отряд бежит чуть ближе. Будет прикрывать этот отряд. Так, этот отряд встает здесь, или вот здесь, вот лучше всего, конечно же. Этот отряд тут. Сейчас мы его расставим немножко иначе. Есть, начались выстрелы, дело пошло. Открываются двери, причем здесь, заметьте, двери открываются, значит, нужно срочно туда кидать гранату. Мисс Хамстер, давайте. Старайтесь. Нужен противник пришельца. Хорошо. Ой, плохо. Вот это очень плохо. Встать здесь. Сюда. И в этого. Еще. Отойти. Отойти. Развернуться. Этот отряд встает. Этот отряд. Ладно, пусть идет. Скелетоиды вообще жесть. Сейчас будут потери, конечно, скорее всего, но что у нас реально очень невыгодная ситуация. Еще нужно газку им подать. Пусть дышат.
Не получается. Лол. Не, серьезно, вообще не получается никак. В двух шагах подкинуть не может гранату. Зачем ты вообще появился у нас в команде? Кто это такой? Косар, что ты творишь вообще? Хорошо, что кустик на себя принял часть удара. Привет, Алекс. Да, садись, садись. Приятного тебе просмотра. У них, кстати, щитов не было, заметьте. Странно. Экономят, что ли? Эй, Ленви, тяжелое ранение. Так. Срочно включаем лечение. Точнее говоря, нет, отходим и включаем лечение. Вот так будет веселее. Лечится, хорошо. Чак подбежал. Кидай гранату, кидай, кидай, кидай. Пока дает возможность такую. Есть. Теперь возвращается на исходную позицию. Отлично. Привет, Бэбл. Здесь кого-то убили. Ну и пофиг. Так вы, ребят, не стреляйте. Вам патроны надо беречь. Там кого-то ранило. Кого? Незначительно совсем. Деймос Ру. Так, Деймос Ру встает у нас тут. Тут. И тут. Давайте, вставайте, господа. Ты тоже отступи чуть-чуть. Развернись. Ты тоже отступи. Ты тоже. Значит, второй отряд. О, Эви Ленви пришла в себя. Эви Ленви, сколько там хитпоинтов? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 41. Это не так уж и мало. Вот, например, у косарах у нас 41 тоже. И он стоит рядом. Сюда давай подходи. Этот отряд разворачивается. Этот отряд стоит нормально. Этот отряд разворачивается. Ждем в гости. Напряженный момент. Пока что умерло только шестеро. Это фигня на самом деле. Там еще поперы всякие полезут сейчас. Поехали давайте. Мочите пришельцев. Мочкуйте их по-быстрому. Так, этот стреляет, пользуясь тем, что он далеко расположен. Значит, что? Есть просчет у нас в нашей тактике. Мы должны стоять полукругом здесь и здесь. То есть нам не нужно прямо спереди стоять. Вот в этом проблема. Есть ли мины? Мины есть, но они не исследованы. Лол. Ну, то есть их нету, одним словом. Первый отряд. Ладно, пусть тут пока что стоит. Ребята вообще со странным оружием очень. У меня такое впечатление, что их сюда с какими-то простыми пушками очень старыми послали. Они, наверное, провинились и их наказали. Вам стрелять. Что мы щиты уничтожаем. Давайте выключим здесь стрельбу. Попробуем щиты сохранить некоторые. Посмотрим, что получится.
Есть. Хорошо получилось. Пушки руки верни, да. Точно, правильно, кстати, идея. Я некоторые пушки убрал из рук у людей, когда они кидали гранаты. Возвращаю. Косарх, мисс Хамстер. Эвелен величилась. Кто еще? Еще кто-то, по-моему, бросал что-то. Нет, в остальном все хорошо. Тебе же говорили, это беженцы. Я верю. Есть. Просто шикарный рецептор. Респект тебе. Рецептор взял в одиночку, замочил пришельца. Ну что, пришелец решил постреляться с ним в дуэль поиграть. А оказалось, что экскомовцы круче. Знаю наших. Прекрасно. Ага. Появился мозгосос, мы переключаемся на другой вид оружия. Потому что мозгососу не надо мочить ничем. У него таким вот высокотехнологичным, у него щитов нету. Еще один. Готов. Кто это там тратит патроны? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нужен противник пришельцам. И надо все наоборот переключить. Кто его обнаружил? Вообще обнаружил его отряд четвертый. А, нет, не четвертый. Стоп. Вот он стреляет сейчас так, что нам неудобно очень его брать первым отрядом. Поэтому придется обратно включить пушки у этих отрядов. Такой зал вдруг внезапно. Куда ты делся, друг мой? Вернись! Я тебя угощу! У нас есть вкусные печеньки. Пришелец. Вот зараза, не верит мне. Придется брать его таким образом. Вперед бежим. Сейчас нам появится поппер здесь спереди, я уверен просто. Это закон жанра. Кого-то одного выберем. Давай. Так. Это наш хитренький. Маленький. Дарк Макс тяжело ранен. Тяжело ранен Дарк Макс. Срочно лечим. Что это значит? Во-первых, он уходит с линии огня. Это раз. Во-вторых, он лечит себе штаны. Штаны у него станут из красного цвета. А, это крики Дарк Макса были, да? Я надеюсь, по крайней мере. Дарк Макс кричит как девчонка, потому что Дарк Макс вроде бы и есть девчонка. Давайте посмотрим, как выглядит Дарк Макс. Да, Дарк Макс это девушка. Над сиськами заманивать больше половины отряда женщин, говорит мистер Хамстер. Ну да, да. Да, я забрал тебя вечер, как успехи земли. Успехи земли отлично. Ну ладно, возвращаемся на исходные позиции. Я уверен, их здесь много. Здесь огромнейшая десантная тарелка-то. Вряд ли это было все. И точно, появляется еще один пришелец. Слушайте, может убежать отсюда? Пусть выходит как-нибудь так вот под обстрел вот этого отряда. Потому что они не хотят выходить из этой двери, я заметил. Неслась. Слушайте, потусовался, потусовался и... Давай, 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 ближе, 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 чувак. Тебя ждет бесплатный, не знаю, обед. Что ты там хочешь? Расскажи, о чем ты мечтаешь. Все твои мечты исполнятся обязательно. Только к нам вступай в отряд. Да, точно, хочешь вступать в отряд XCOM-а? Ну, подумаешь, ты разбился здесь. Тебе же нужна работа. Беженцы не хотят вылезать.
Куда бежать, зачем бежать, все отлично, как в тире. Не скажи, мы тут уже нескольких ранили, я бы, если бы как в тире, то вообще потерь бы не нес. Надо было газу в проход кинуть. Возможно, кинуть надо, да. Хороший пример заразительный. Каждый вечер теперь по часику упарываюсь кровлей. О, те волокрят прекрасно. Вот у нас тут прохлаждается этот отряд. Им делать нечего совершенно. Давайте хотя бы гранат кидать будут. А зачем это было сделано? Для привлечения внимания, что... Ау, тут что-то есть, выходите. И тишина, никто не хочет выходить. Сцутся, господа, сцутся. Строй басальф центавра, оружием толком нет, но воюют. Ну, возможно, у них, конечно, оружие покруче нашего, в целом, того, которое было на начало всей кампании вот этой борьбы с пришельцами. Ну, это как помните, мне почему-то все время район номер 9 вспоминается, когда я начинаю это стримить. Там у пришельцев было оружие, конечно, неплохое, но они были таким стройбатом, просто из всех стройбатов. Разрушил деревню, бросок удался. А, дерево разрушил, да-да-да-да, точно. Стоп, куда это я? Куда это я? Кого это? Не-не-не-не, стоим на месте. Кто должен побежать на разведку? Эники-беники. Это будет, внимание, сапожник. Не сапожник, Йори. Может быть, Йори отправить? Сколько у меня там нужно убить? Всего 2 убийства до сих пор. И нужно стрелять. Йори. Стой, не, чё я творю вообще? У нас же есть новобранцы. Тижи Флэт. Здорово, мужик. Ты хочешь прогуляться, я знаю. Ты хочешь встретиться с Поппером. Оп-оп-оп-оп, а нету его, нету? Что думали? Давай штурм. Штурм — это опасно. Но штурмовать рано или поздно, конечно, придется, я не спорю, тут вообще без вариантов. И что мы видим? А нифига здесь нету. Вот у нас здесь ракетное вооружение, ракеты стоят. Спереди, наверное, находится как раз блок с пушками. Помните, тут мы смотрели что-то такое было? А, не, это энергоносители, наверное, или двигатели, что-то еще такое непонятное и невнятное. Вот здесь может быть кто-то вполне. Представляете, заходите вы, располагаете здесь спокойненько по бокам, а потом сверху внезапно вываливается толпа пришельцев и говорит «Привет!» Не ждали? Сейчас вы получите. Врывайся с криками «Конечности за голову! Рожи в пол!» А, «Конечности за голову!» Так. Ну чё? А с двух сторон сейчас будем врываться. Зло в том. Сюда один отряд. Сюда другой отряд. Может, там осталось-то полтора пришельца? А может быть, их там много, и они все сидят, трясутся, ждут, когда же, наконец, мы появимся, чтобы устроить тир со своей стороны. То есть, представляете, первая волна пришельцев вышла, вся сдохла, они такие, опа, нежданчик, надо срочно ныкаться внутри и самим устраивать здесь засаду. Ставим прикрытие сзади. Убираем, конечно же, медкит, потому что все уже пролечили. Калеб тоже ждет камнесупа. Будет обязательно камнесуп, не беспокойтесь. Страшные звуки раздаются в коридоре в этом. Так, стоп. Вот как-то так, наверное, надо связать. Летаем. Что-то никого не видно вообще. Что-то как-то здесь тихо слишком. Тихо, как будто бы это приманка. Буду ли фармить культ Сириуса? Сегодня не буду, не хочу вообще. Это такая мерзость культ Сириуса. Шел бы он лесом. Кто у нас побежит вперед?
Давайте так вот встанем. И кто еще у нас там есть? Вот сюда. Тем временем на ваше место должны встать новые солдаты, прикрывать вам спину. Три попера за углом выжидают. Это точно. Это вот 100% Алекс. Я уверен, что там есть не три попера, а может быть даже 4. Правильно, это почти что язычок какой-то. Здесь вообще очень много таких анатомических вещей. Разные пушки похожие на непонятные свины рыла, на сиськи, на мохнатые яйца. Есть еще пушки похожие, но вы их еще не видели. Я думаю, будет то еще зрелище, увидите, успеете. Развернулись. И никого не видим. Все равно никого не видим. Опасно. Встать здесь. Встать здесь. Этот отряд забегает сюда. Этот отряд забегает сюда. Да. Требуется шутка про мистера Поппера. На каждом стриме была своя. В смысле, своя. Тишина. Сколько здесь уровней? Здесь вот у нас есть второй уровень, по сути. Все. Только второй есть. Ну, вот здесь отдельная кармашка, в которую мы сейчас забежим обязательно. Кто будет забегать? Наверное, вот этот отряд. Он более-менее, не считая, конечно же, Дракмакса, целый. Так, ладно. Давайте крабаны вперед. Клешни на изготове. И пусто. Ой, отлично просто. Я аж думал, сейчас здесь какой-нибудь пришелец окажется. А здесь никого нету. Здесь пусто. Ладно. Раз никого нету, спускаемся назад. Встаем. Этот отряд. Этот отряд будет проверять вот это место. А первый отряд пойдет проверять вот это место. Тишина. Ага, вот он, пришелец. Ясно. Значит, срочно нужно передислоцироваться на этот край. Вот этим отрядом, отступить. Куда-то сюда. Потому что нужно тем отрядам, которые щиты сбивать будет. Целыми, точнее говоря, их оставят. Токсикан очень классная штука, потому что он вообще на щиты никак не действует. Мы убиваем только самого пришельца, а щиты остаются. Энергетическое оружие, оно ударяет по щитам, щиты уничтожаются. Объект по обстрелам. Йоря. Где Йоря? Их двое. Лол. Их слишком много. Всем отступить назад. Назад. Пусть выходят сами. Кто там стреляет? Ну-ка, сейчас посмотрим. Нас видит его хамстер. Неудивительно, что в принципе. Кто у нас ранен? У нас рецептор ранен. Его можно чуть-чуть подальше отвести. Йорио. Чувак, тебе сюда. Это был обстрелом Йори, все так же. Ладно, сидим так вот плотненько здесь. Ждем. А ведь только Йори. Не, ну серьезно, что за дела? Господа.
Не надо по Юре стрелять вообще. Ой, оббегает, оббегает. Да. Это будет трудная, конечно, перестрелка. Стреляйте, давайте. Все его видят? Ну, почти все. О-о-о, паника, давайте вперед, 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 в рейдж-мод. Есть. Двоих убили. Все солдаты противника без сознания или мертвы, вы победили, еху. Вот это просто поворот. Я думал, там еще половина тарелки есть. Дарк Макс стал сержантом, Джин. Гин, точнее, ефрейтор. Мисс Хамстер, ефрейтор. Юрия стала сержантом, рецептор сержантом. Все отлично. Не кучкуйся. А че не кучкуйся? Да видите, как все хорошо. Сейчас бы они у меня какую-нибудь там вортексную мину бы кинули. И все, прощай, полотряда. Бывает такое. Смотрим, что мы тут. Так. Инопланетяне. Склетает мертвый, 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 живой мозгосос. А, даже стручок мозгососа. Вообще все фигово. Я чувствую скелетоида, я живого не захвачу, наверное, еще стримов 5. Где-то так. Отличная зачистка. Ну, согласен, неплохая довольно получилась. Теперь еще нужно зачистить два здания. Два здания. А там может быть опаснее, к сожалению. Угу. Даже моя бабушка бы прошла миссию лучше Крити Уолкера. Слушай, с удовольствием посмотрел бы за прохождением твоей бабушки бы. Выкладывай, обязательно. Давай. Все будем смотреть с интересом, ведь так ведь. Теперь. Сейчас быстренько экипируем, посмотрим, что у нас тут не хватает. Токсина. Басфрик. Не, во-первых, сначала мы сейчас выберем, кого мы возьмем на следующую миссию. Тарас, но, к сожалению, гранат нету. Гранаты кончились. Заметили? Так. Ух ты! Смотри, что притырили. А? Инопланетный артефакт, а? Круто. Нам вот это сюда поставить. Оно сюда как раз влезает. Вот эта пушка имеет очень хороший урон. Но пока мы ее не можем воткнуть сюда, к сожалению. Перезарядка идет. Перезарядка. Отлично. Так у нас день дня в неделе. Чего там? Где кто? Среда. Будет еще где-то, наверное, в районе субботы-воскресенья очередная вылазка пришельцев. Конечно, опаснее, ведь во время крушения среди пришельцев должны быть потери еще до миссии. А это, кстати, одна из недоделок вот этого XCOM'а. Если вы помните, в первом и втором XCOM'е там тарелки, когда падали, они взрывались. Ну, там, рушили стены какие-то, уничтожались модули отдельные. Трупы пришельцев появлялись после этой посадки аварийной. А здесь такого не происходит. Здесь всегда тарелки целые, здесь всегда полный состав, полный комплект. В общем, как-то так. Довольно неприятно. На все это смотреть. Кого мы берем? У нас шестеро, еще надо шестеро. Деймос Ру. О, лечиться захотел, размечтался. Эвил Энви. Йори тренироваться тоже надо. Косарх берем. Кто у нас? Рецептор, Мендос, Дарк Макс. У кого хитпоинтов больше? Признавайтесь, Мендос, сколько у тебя? 43 хитпоинта, отлично. На Пикарда залезай, Басфрик. Нет, не Хамазулян, нам Басфрик интересен. 46, офигеть. А Рецептор имеет 68 хитпоинтов. Однозначно просто вот выбор дня. А здесь 37, здесь уже мало, к сожалению. Стоп, а я что, кого-то другого, что ли, перетащил? Что такое вообще? Мендоса, Эвленви, Басфрик... Рецептор же надо было притащить. А, места уже нету, все. Рецептор остается на базе. Кого бы оставить там?
Да ладно, пусть качаются потихонечку. Самое главное, теперь еще нужно экипировать их всех. Деймос Ру, Сапожник, Мазулен. У тех, кто находится на базе, снимаем вот эти вот токсиганы. Это раз. Выдаем пушки. Лица и вайп придется раздеть. И выдать вам такие вот мохнатенькие две пушки. Не бери Dark Max, его ждут негритянки, роботы, медсестры, Крити Волкер. А почему не брать? Да ладно, жив будет, надеюсь. Очень надеюсь, очень-очень. Вы знали, как я на это надеюсь. Evil Envy получает токсиган в распоряжение свое. Дальше. Это что такое? Че ты вот с всяким барахлом ходите? Ну-ка, взяли нормальные пушки. Ой, у некоторых вообще гранат нету, вот так посмотрите. Так, Деймос, Сапожник. У Сапожника есть токсиган? Мисс Хамстер, нормально все? Басфрик, Косарха. Вот Косарху нужно вызвать токсиган. Я отдаю токсиган в первую очередь тем, у кого очень хорошая точность, потому что с точностью здесь проблемы. Даже пистолет, в конце концов. А патроны дорогие, патроны... Патроны — это патроны. Так. Классно я придумал, да, насчет патронов. Ну, Дженефиксу можно выдать еще вполне. Пусть качает себя. С помощью пистолета точности. Не бери Dark Max. А, я видел. Так, ладно. Все готово. Снарядили. Сохраняемся на сейф после миссии. Потому что как часто здесь бывают вылеты? Редко на самом деле, но бывает же, согласитесь. И куда нам нужно съездить? Я помню, что вот это здание было на склад. С кем мы там сражаемся? Лайнер убиваем. Чуть не убили просто.